О, диковинки Тедоса. Ты готова? Я не дикарь. Я не воспользуюсь своим преимуществом. Ты трусиха. Враги, готово. Я не стану брать вину на себя. С самого начала все пошло наперекосяк. Он сюда точно... Спасибо, я не стану задерживаться, чтобы поглядеть, чем все это закончится. Уже иду. Добро пожаловать в чудеса Тедоса. У нас имеются изделия мастеров круга и различные другие диковины. Раз и готово. Да? Что ты тут делаешь? Меня зовут Вейлон. Я помощник ученого брата Дженитиви. Это выдающийся ученый и исследователь. Увидев тебя, я подумал, обрадовался, что у тебя есть новости о брате. Я не видел брата Дженитиви уже несколько недель. Дженитиви искал урну священного праха. Боюсь, не подобрался ли он слишком близко к истине. Не знаю. Уходил он в крайнем возбуждении и... Быть может, урна была потеряна не случайно. Я пытался ему помощь послать. Недавно приезжали рыцари. Они не вернулись и ничего о себе не сообщили. Я не знаю. Не виноват я. Я, наверное, пессимист по натуре, но хотелось бы ошибиться. Не спрашивай меня, куда они отправились. Эти поиски. Мы все теперь проклятые. Ай, да будет так. Все, что он сказал перед отъездом, что остановится в гостинице, не знаю. Я копался в его записях, но удалось выяснить лишь, что он жил в гостинице. Да, конечно, он сказал. Но я порылся в его записи. Неправда? Я рассказал тебе... Нам? В смысле мне? Я давал тебе возможность уйти... Как пожелаешь. Да, конечно. Хвала создателю.
Мой брат с семьей уехал из лагеря. Рад новой встрече. Он напал на меня. Я не виноват. Почему что он на меня... Что скажешь? Ага. Они поймут, что лучше не связываться со мной. То есть с нами, да? Все живущие в мире есть суть творения. Равно как один мир. Одна жизнь, одна смерть. Что это за суп ты приготовил вчера на ужин? Да? Хорошо, дай-ка гляну. Я боялась, что это когда-нибудь случится. Конечно. Почему они это называют? Брось, тебя же послал этот мошенник Килоу. Рада, что он про нас все-таки не забыл. Добро пожаловать в жемчужину. Боюсь, вам придется заходить по одному. Впрочем, так кого же тебе показать? Мужчин или женщин? Подожди здесь. А теперь, прежде чем ты кого-нибудь выберешь, видишь вон тех симпатичных господ. Деньги вперед. Ну что, будешь знакомиться? Тогда иди выбирай. Сюда, сюда. Нет, лапушка, я не домашняя киска. Создатель, церковь, храмовники, кто угодно, спаси... Я мог бы с этим справиться. Спасибо, я думаю, мне надо где-то спрятаться. Как пожелаешь.
Как пожелаешь. А, серый страж. Ой, только не удивляйся так. Ну да, серый страж ты или нет? Это ты так говоришь. Да только тебя выдают горящие глаза. А, так ты видела ту маленькую драму. Меня выручают в бою не сила и нать. Я зову себя дуэлянткой, потому что свое мастерство, как я уже говорила, ударов лучше избегать. А уж самое лучшее... Ха! И об этом меня просит гроза порождений тьмы? Впрочем, я наблюдала за тобой. Я могу научить тебя. Однако же я хочу получше узнать свою... Тебе когда-нибудь доводилось играть в порочную благодать? Прежде чем мы начнем, надо перетасовать карты. Это сделать... Хорошо. Вот. Этого вполне достаточно. Каждый игрок начинает с 5 картами. И пусть победит самый умный. А, рыцарь Зари! Как раз то, что я хотела. Эй, Проныра, ты что это делаешь? Жульничаешь? Если хочешь, начнем заново. Но теперь я глаз. Да ты азартная. Прежде чем мы начнем... Надо перед... Хорошо. Вот. О, думаю, эта карта пред... Ха! Ангел смерти! У меня ничего нет. Погоди, да вот же мои карты. Это просто невероятно. Ты проявила ловкость и изобретательность, и я сочту за честь научить тебя тому... что знаю сама. Пойдем. Нам для этого понадобится больше места. Думаю, мне больше нечему тебя учить. Может, ты расскажешь другим? Я справлюсь. Иди-ка ты, чужак, своей дорогой. Здесь гуляют только белые соколы. Нет, вы только поглядите на этого стражника. Ты еще будешь указывать нам, что делать.